самого начала вы должны знать, что истина является тем, чем она является. Мы не можем изменить их, мы не можем описать их. И даже если вы прочитаете это, вы не поймете ее. Это то, что должно произойти внутри нас. Вы знаете, что есть энергия в нас, которая называется кундалини. Она пребывает в треугольной косточке, которая называется сети. Это говорит о том, что греки знали, что это есть священная косточка. Сахаджа означает сам, означает сын, а ча означает рожденный с вами. Чтобы объединиться с этой всепредлагающей силой божественной религии. Вы видите эти прекрасные религии, что вы делаете? Как одного из святого растет в определенного вида деревья или в определенного вида сухие. Наука не может ответить на много вопросов. Пока вы не станете едиными со всей этой божественной энергией, вы не сможете понять, почему вы на этой земле. But if you think that doing some rituals or practicing some austerities or going to Himalaya will achieve that ascent, it's not possible. Но если вы думаете, что вы будете проводить какие-то ритуалы, или вы будете заниматься аскетизмом, или вы пойдете в Гималаи, и что вы достигнете этого, то тогда вы не правы. Actually, we must know that Christ or Mohammed and all these people are personalities. Прежде всего, вы должны понять, что Христос или Мухаммад. Или если совершили какой-то грех в этом году, то отрежьте это. Также, если кто-то вас шлёт в одну щёлку, то вы подарите ему другу. Это очень трудно. Представьте, на Западе люди были таковы, которых не было причина ни рук. Потому что это соль Амара. Their own sense of harmony
У них нет чувства сожалений, нет чувства морали. So, this is the religion which is my Поэтому та религия, о которой я говорил, что предназначалась для людей очень высокого поколения. Он должен был думать, что люди являются все реализованными ресурсами, которые являются религией. Так что он вам сказал, я пришлю вам Once they are born, they can achieve all the money, power, and divine love.
Как только они получают свою реализацию, они начинают чувствовать это все проникающие силы божественной личности. И как только они начинают обладать этой верой, реакция происходит очень быстро, и они получают изменения. Сегодня я был возможен в мире великий, на который я являюсь через слово любимое, рожденное в Каталянии. И это будет признак того, что много страдает ее в Каталянии. Деньги никогда не рождаются там, где нет пожарания ее. They are the places where they will be given to the children. Они хотят рождаться в таких местах, где им будет дана духовная жизнь. Это особые люди, которые дают рождение. Очень духовные. И вы благодарны этим детьми. Вы заинтересованы, вы начинаете понимать их лучше. А иначе, если бы они родились от людей, у которых не было бы духовности, они подвергли бы их учению. Когда кундалини поднимается, она начинает витать в вашей центре, тонкие центры. Все мировые проблемы возникают в основном из-за людей. И большинство, или я бы сказал, все проблемы в мире исходят из их нервных центров. Если эти центры привести в порядок через пробуждение удаления, и если они получат питание и деньги, тогда даже физические, ментальные, умственные, духовные проблемы начинают автоматически. Это требует глубокого понимания, что сейчас пришло время для нас эволюционирования. После этой эволюции вы начинаете чувствовать прохладным ветерком на кончиках ваших пальцев. Даже хотите бы чувствовать это. Даже если какой-то человек не может, даже вы можете чувствовать центры этого человека.
И все равно вам говорит, Everything. Вы очень духовно.
Это не
Святите Братиславович. Пожалуйста, сей из вас, поднимите вашу руку на голову, как показывает Иванович. И святите за вашим потоком. И теперь, пожалуйста, правую руку на правый член Ивановича, а левый поднимите выше. И теперь опять левую руку Шриматовича, а правую руку на голову. Амирона, здесь, ушли. Вы должны чувствовать вашей собственной головой, поток из вашей собственной головы. Он должен опять. Узы, on their hands, or on their fingertips, or all of them, continuing here, this is your hand. Пожалуйста, все те, которые почувствовали прохладный интриг, главное ваших рук, на кончиках ваших пальцев, или же на вашей головой, поднимите, пожалуйста, обе ваши руки вверх. Это итальянец. Это итальянец. И что я должна приехать в Тольятти, где уже так много содержит. Я люблю вас от всего моего сердца. Медитировать и молиться, потому что каковы бы ни были ваши желания, они будут исполнены. Вы будете защищены все время. И... Как называется место, где вы были? Он посмотрел на мою фотографию и сказал: «Мать, пожалуйста, защити меня». Я не верю, что вас уже исчезли навсегда. Because it is a divine,
они пришли в Захар, тогда он сказал, потому что это божественная сила. И он рассказал им о сохранении, так что они убежали и больше не приходили никогда. Don't mind me.
я попрошу вас, но не покупайте ничего из импортированного. Вы не найдете ни одного магазина, где мне продавали импортные вещи. Махатма Гандхи говорит нам, не покупайте ничего из импортированного. Спасибо большое.